Привет, друзья, с вами Ваймс, и это бета Monster Hunter World Iceborne. Поехали? Поехали. Я понятия не имею, что с громкостью, потому что плойка она такая. Мне в наушники идет звук не тот же, что и на стрим. Я также понятия не имею, насколько оно адекватно работает, потому что карта захвата странно себя ведет. Но вроде я пару часов назад тестил, все было окей. В том плане, что и там звук не коррапченный, и... всякого рассинхрона нет. И все такое. Тихо, громко, тихо. Ну, пока там... Пока там нет звука, наверное, тихо. О, русский есть. По-моему, в изначальной бете не было русского. Ну, посмотрим. Ладно, в общем, как, громко или нормально звук из игры? Да. Бета только на плойку? Да. В данный момент только для пользователей PlayStation Plus. Потом через неделю будет бета для всех. Я оставлю средний диапазон. Будет звук, скажем. Там всякое щелканье в меню. Или его вообще нет. Если его вообще нет, то это немножко странно и нехорошо. Щелка не норм. Ну ок. Будет геймплей, разберемся. Ну, в общем, да, здесь бета Айсборна, нового экспаншена. Тут два, как минимум, новых монстра. Плюс это мастер ранг, так что у старых монстров там новые обилки и все такое. Плюс новая локация, плюс новые мувсеты у всего оружия и всякие подобные вещи. Так, как минимум, мне громковата музыка. Но опять же... Потательный коготь, а у 2 плюс круг. Ладно. Себе громкость я в наушниках могу понизить. При этом себе я громкость не могу понизить так, чтобы она еще и на стриме понизилась. Но, наверное, я могу сделать так, может быть. Лучше? Вообще, на самом деле... Я лучше это сделаю из игры. Как оно медленно скроллится. Это на музыку тоже влияет, видимо, да. Потому что с тем, чтобы себе понизить громкость, там еще кое-какие проблемы есть. Наверное, пока что... Это тоже на музыку влияет, не ясно. Но, наверное, пока что вот так оставлю как-то. И посмотрим. Ну ладно. Да, сохранить настройки и вернуться в главное меню. Теперь нифига не слышно. Ну, точно? Что вообще здесь еще есть в настройках? Яркость пофиг. Приоритет разрешению не меняется только для PlayStation Pro. Громкости потыкали. Интерфейс. А пусть большой шрифт. Ок. Но для начала я пойду в тренировочную зону. Потому что я хочу посмотреть, во-первых... Во-первых, потыкать настройки. Потому что в квесте на время тыкать настройки внутри игровые мне как-то совсем не хочется. А во-вторых, посмотреть, как работают новые мувсеты в том плане, что какие кнопки жать. Но сейчас разберемся. Да, здесь упражняются в боевых приемах. Новые возможности тренировочной зоны. Отображение комбо урона. И объекты для тренировки с хватательным когтем. Поговорить с домоправителем, чтобы сменить объекты в зоне. Окей, там теперь отображается суммарный урон за комбо. Ладно. Муфсеты совсем новые? Нет. По большей части все то же самое осталось, но к каждой пушке добавили там одну-две обилки, плюс чуть-чуть понерфили или не понерфили какие-то другие. Некоторые специальные инструменты можно улучшить ячейками для украшений. Эффекты украшений будут проявляться только во время использования инструмента. То есть, типа, пока ты в покрове, оно работает. Когда ты не в покрове, оно не работает, интересно. Улучшение покровов добавляет ячейки. Улучшение усилителей улучшает действие самого усилителя. Ладно, это интересно. Но я возьму меч. Пока что.
Это первое, что я хочу потестить. Так. Лютый клыканьяната, редкость 9. Логично, редкость 8 была максимумом в обычной игре. У него 726, это довольно много физики. Минус 10 крита, это нормально. 200 огня. Приличное количество белой заточки. И еще показано какое-то количество белой заточки. Насколько я понимаю, это насколько он будет качаться ремслом. Ну ладно. Это хорошо. Превьюшка как бы. То есть можно сразу увидеть, будет там белая, допустим, заточка или фиолетовая, которую должны добавить в айсборне. Или ее не будет, или что. Ну ладно, со шмотом потом еще разберемся чуть-чуть. Пока что я хочу посмотреть... Что тут в плане оружия? Да, я загляну. Проводница, успокойся. Я загляну. Так, у меня есть обычные удары, и у меня есть особые ножны. Это R2 плюс X. Из них можно сделать такую обилку. Она только после атаки, да. Из них можно сделать такую обычную обилку, которая два раза бьет. Сперс какого пола? Мужского, кстати. Но, по идее, дадут создать. То есть это если в тренировку заходить, то дают дефолтного чара какого-то. Ну, это все довольно круто выглядит. Вроде как у этого должны быть айфреймы. То есть, если я в правильный момент эту атаку делаю, то меня не дамажит. А также она тратит... тратит уровень обводки. Насколько я знаю. Но если ее в правильный момент делать, то она его возвращает. Окей, также... Ага. Да, этот удар, который парирование, он теперь не работает, если у меня нет красной полоски вообще. В том плане, что он не блочит урон. И это явно заметно, потому что звука нет. Так, это просто анимация. Когда у меня есть хотя бы чуть-чуть красной полоски, она со звуком. И с немножко другим визуальным эффектом. Когда у меня есть почти полная красная полоска, она как-то громче и выраженнее, по-моему. Ну ладно, нет какой-нибудь бесплатной пробной версии игры. Ну, на PS4 в данный момент это вот как раз и есть бесплатная пробная версия игры. Бета. Новый спецприем с обводкой очень дамаговая. Ну, не знаю. А на ПК нет, на ПК нету. Парирование теперь убивает полоску. Оно всегда убивало полоску, но теперь оно зависит от того, сколько ее есть. Так, также. Должен быть сильный удар. Стрельба очередью. Только я это неправильно сделал. На ПК было, может быть, еще будет. А демки не было на ПК никакой. У обычного ворлда. Так, R2. R2, L2 это стрельба очередью. Но оно все равно один выстрел делает. Почему оно очередью, если оно один выстрел делает? Оно не должно все патроны тратить. И после этого, по идее, должно быть продолжение комбо. Зажать, может, надо. Была же бесплатно до какого-то уровня. Почему мне кажется, что она только на плойке была? Почему дамаг несколько раз при ударе влетает? Кстати, интересно. А, потому что я прилепил туда эту штуку. Потому что у меня колючий выстрел был, который прилепляется к противнику и взрывается еще несколько раз. Переводчики, может быть, и переводчики. Ну, сейчас я стрельбу очередью не могу использовать, потому что нечем. Ну ладно. С этим разберемся. Мувсет я примерно понял. Надо разобраться, как работает этот коготь новый. Так что я поменяю. Заменить объекты в тренировочной зоне. Теперь здесь телега. И телегу тоже можно бить.
огненный хватательный коготь. И потом можно делать атаку оружием. И это дропает снаряд для самострела. Или можно делать атаку когтем. Атака когтем поворачивает его, а хватательный выстрел запускает его. Но это тратит мои снаряды самострела. Окей. Ладно. Рипстамина. Так, ну перед тем, как что-либо еще делать, я хочу быстренько зайти в настройки. Насколько я помню, они сохраняются. Во-первых, вот это добавили. Четкий силуэт. Обычный. Что? Что? Перевод. Почему? Индикатор урона, головной убор. Так, наверное. Направлением тип 1. Убирать в ножны вручную. Настроить рывка все правильно. Переключить, не переключить. Круговое меню тип 2. Управление камеры обычное. Скорость быстрая. Скорость прицела быстрая. Нажатием кнопки. Только крупные чудовища. Я не помню, что здесь и что здесь. Расстояние от камеры далеко. Во. Это больше похоже. Ладно. Как отсюда выйти? Так отсюда выйти. Да, выйти из игры. Надеюсь, настройки сохранятся, когда я пойду на обычный квест. Может быть, нет. Я не помню, как это в бете оригинальной игры работало. Взрывы при ударе из-за стихии пушки? Вроде бы да. Там визуальный эффект обычный был при ударе. Возможно, не при всех атаках у элементального оружия. Ну ладно. Одиночная игра. Теперь мне покажут создание персонажа, но тут только пресеты. Явно. Вроде бы даже примерно те же, что и в оригинале. Ну, не знаю. Норм. А вот коты не те же, что в оригинале. Таких ушей у кота не было. Ну ладно. Ушастый кот. На последнем пресете вроде новая прическа, может быть. Вроде бы там новые прически добавили какие-то, я видел инфу. Но ведь там же был кот панда. Ну кот панда и в оригинале был. Такого вроде бы в оригинале не было. Он такой, как какой-то, не знаю, лохматый? Как это назвать? Пушистый, в общем. И таких ушей точно не было. А на последнем пресете что там было? Такая прическа. Я вот не помню. Вроде бы такой, может быть, и не было, а может быть, и была. Я не настолько помню все прически. Я помню, что, по крайней мере, вот эти вот четыре пресета вроде бы такими же и были. Но можно попробовать раз новое. Лохматый, красивый. Ну, он прикольный, хитрый какой-то. Этот тоже хитрый. Но с ушами. Ну, они все с ушами, вроде бы. Ладно, оставлю такого. Я назову его просто кот, мне чуть-чуть лень. Ушастого? Нет. Дадут ли пересоздать персонажа в сборне? Типа бесплатная перекастомизация, раз тут новые всякие вещи.
Типа нового кота. Кота вообще вроде бы переделать нельзя было. В оригинальном Monster Hunter. Не знаю, мне оба этих новых кота нравятся. Но пока что пусть будет такое. Потом можно будет другого персонажа создать и потестить, и все такое. Нет, не проблема. Скорее всего, создаешь нового, но можно портировать персы из World, как в прошлых играх. В прошлых играх проблема была в том, что они на разных платформах обычно выходили. Так что там именно нужно было отдельно портировать. Тут это просто экспаншн. То есть он просто поверх World ставится. И не должно быть каких-то проблем. С тем, чтобы старым персонажем играть. Ну, в общем, да. Будешь играть в Bloodstained: Ritual of the Night? А, да, наверное, на видео. А, по квестам здесь большой Ягрос. Стандартно. Только мастер ранковый. А, также большерогий Банборо. Это новый монстр. И дикий Тигрекс. Это условно новый монстр. Он был в предыдущих частях, но в World его не было. А, Банборо вообще не было. А, но Тигрекс — это самое интересное здесь. Так что поехали на него. Сколько можно больших ягрисов? Много. До 24-го, ясно. Сменить снаряжение. Во время задания, да, можно выбрать, но там времени нет. А, обереги... агрессивная защита — это новый скилл. А, обереги какие-то непрокачанные все. А, но посмотрим. Так, информация о навыках. После выполнения идеально рассчитанной по времени защиты временно повышает атаку. При активации усиливает атаку на 5-10-15%. Это дофига. Работает ли это на всякие каунтеры лонгсворда или только на блоки? Это другой вопрос. Но можно потестить как раз. А, усиление особых снарядов. Увеличивает мощность снарядов. Пронзатель драконов и 1000 драконов. Но оно много чего увеличивает мощность на самом деле. Но 1000 драконов — это новая обилка. Работает только на щит. Ясно, тогда тестить. Но все равно можно потестить. Ну ладно. А подвижность в воде и снегу раньше была просто подвижность в воде. Но это до релиза еще было известно, что оно теперь на снег тоже работает. Защита от льда, аура, мастер рога, у которого теперь два уровня. А, просто увеличивает и значительно увеличивает длительность. Увеличение боезапаса. Ну, кстати, неплохо. А, и оберег твердости защиты 2 всего лишь. Ну, я даже не знаю, что мне взять, потому что все это не очень полезно для меня. Я попробую стража, будет ли он работать. Так, и теперь что здесь? Предметы взаимодействия восстанавливают на 50 очков здоровья больше, то есть это всякие, да, споровики или всякие осы. Шляпа Гироса, механик. Шлем Биотодуса — это новый монстр. Улучшение восстановления. Шлем Банбера — божественное благословение. С косами. Класс. Шлем Анджи Плюс, а не над. Усиление атаки — это хорошо. Это я, наверное, оставлю. И легиановый телосложение — это тоже хорошо. Доспех Лютоволка — усиление атаки. Гиросовый механик. Биотод — улучшение восстановления. Пандора — божественное благословение. Тоже с косичками, со всякими. А не надо, заряд самострела. И Легиана — окно уклонения. Первый уровень не очень полезен. Я соберу на максимум атаки пока что, наверное. Руки лютоволка тоже. Вообще можно полностью сеты посмотреть, наверное. Чтобы просто увидеть, как они целиком выглядят. И потом уже статы разглядывать. Так, нет. Ноги все-таки нужны. Гиросовый классный. Но он и в оригинале классный. В оригинале он, кстати, с брюками, с такими. А не с какой-то непонятной юбкой. Биотод. Ай. Примерно в том же стиле, что Юратод и этот... Как он называется? Лосиот. Банборо. Ну, не уверен насчет ног. Он какой-то весь меховой. А ноги голые. Но в целом прикольно смотрится.
Понянат. Волосы мне не очень нравятся. Если они красятся, то это еще другое дело. Ну, а так неплохо. И Легиана. А, не, не сюда. Ну, Легиана традиционно нормально смотрится. Ладно. Но я все-таки соберу себе усиление атаки по максимуму. Потому что более полезного чего-то я здесь не вижу. Снижает расход выносливости броскового вазни. На стене плюща или чудовище. Интересно. Аппетит, подстрекатель. Наверное, тоже неплохо. Марафонец, усиление атаки. И окно уклонения. Можно забрать окно уклонения 3 или 4 даже. 3 легко можно. И телосложение 2. То есть, в принципе, Легиану 60 тоже неплохо. А тут тогда подстрекатель. Ну, фэшн так себе. Зато эффективно. А, покровы. Маскировочный покров. 2 самоцвета терпения. Экономное использование — это длительность. Ок. А, самоцвет полета. Полета телосложения. Покров. Не самоцвет полета, а покров. Покров ветра. А, покров вызова прыгучести и прыгучести. Ок. Дальность уклонения. Покров скалы. 2 усиления атаки. Класс. 2 божественных благословения на ледостойком. И усилитель здоровья просто апнут. Ну, покров скалы явно стоит взять. Был бы покров уклонения. Ну, ладно. Тогда так и оставлю. Ну и для начала опять же лонгсорд. И поехали. Мне показалось, или камни в мантиях не работают. Там в туториале писало, что они работают, пока мантия активна. То есть пока она эквипнута, камни работают. Когда ее снимаешь, камни перестают работать. Нет инфы, добавят ли возможность трансмагрифицировать любой сет, потому что они такие красивые. Ну, на ПК точно есть моды. А так, в Monster Hunter Generations Ultimate на Джеранке есть возможность трансмог делать. Причем он там делается именно, что шмотка в шмотку перета. То есть нужно скрафтить обе шмотки, и одна из них пропадает, чтобы ее визуал перенесся на другую навсегда. Но в Ворлде уже есть система с многослойными доспехами, так что скорее через нее будут делать, если будут. Ну ладно, усиление атаки 4 у меня базовые есть, подстрекатель у меня есть. Я вроде слышал, что его понерфили, кстати. Он типа раньше давал, по-моему, столько же атаки, или примерно столько же атаки, но он давал мастерство на первом уровне, по крайней мере, 3. И потом, по-моему, по 3 за уровень, типа 3, 6, 9, 12, 15. Ладно. Ну ок, сойдет. Снаряжение Палико. Клин экспедиции. Почему оно экспедиции, если оно кулаяку? Неясно. Доска Биотода. Ну, а телка Тигрекса. Которая явно лучше, чем все остальное в ближнем бою. Так что пусть будет. Капюшон полярника. Очки Био. Шлем Тигрекса. Но это какой-то скейтбордер. Это какой-то Тигрекс. Ну ладно. Спрей исцеляющие осы. Который тоже пробустили. Да, у него 11 уровень. Он теперь может оживлять. Клетка светляка или астрощит. Ну пусть будет спрей исцеляющие осы. Ок, в путь. Как поиграть за Ведьмака? В бете и сборной никак, а в обычной игре там после прохождения сюжета квест на него. В этих местах слитно, ок. Так долго уши выбирали, а он в шлеме. Да. Не, я не буду открывать
Я буду открывать карту, потому что мне не дадут двигаться, пока я это не сделаю. Да, я понимаю, как эта игра работает, если что. Первые два задания выполню? Не. Я вообще впервые ее запускаю. Но первые два задания — это неинтересно, тут Тигрекс. Так, ну для начала поесть. Еда улучшает здоровье и выносливость, а также активирует экстра-навыки. А, всего 4 еды. Как-то печально. Еще самому нельзя выбирать. Ну ладно, я на атаку поем в любом случае. Новая анимация. И каждое перепрохождение тебя будет учить открывать карту. А, по-моему, оно один раз за запуск. Демка вообще не сохраняет никакие настройки. Ну, по крайней мере, в оригинале так было. Так что при каждом новом запуске демки туториал будет заново. Сохраняет? Только не сеты. И как в нем? Не ясно, как в нем. По идее, тут должна быть какая-то отдельная анимация посидеть в горячем источнике, но не ясно. Ладно. Что в сундуке выдают? Горячие напитки. Ну хотя баф какой-то у меня появился. Видимо, от горячего напитка. Острый перец тоже дает горячие напитки. И он не крафтится сразу? Почему? Это не то, что я хотел открыть. А, потому что у меня их 5. Смотри, эмоции и позы. А, блин, это не здесь. Ну, это какие-то новые позы. Ок. Я не знаю, что тут было в жестах. Может быть, какие-то новые есть? Ладно. Шоковые ловушки, бомбы всякие, сырое мясо, стейки. В общем, все достаточно стандартно. Ладно. Почему холодная вода не это? Не дает дебаф. Снегожук. Можно его пнуть. И забрать взрывной кристалл. Можно эту хрень убить. Окей, баф от горячего источника недолго работает. Так же я не в ту сторону скроллю. Ценная шкура. Ну, я бы, конечно, хотел ее отнести на базу и скрафтить что-то новое или улучшить свой шмот, но, увы. В этой бете нет базы. Ладно. Надо всякие кости и все такое лут смотреть, хотя бы что с них берется. Времени очень мало, да. Так что, скорее всего, я по времени не успею первый квест. Толстая кость. Холодная кость. И то, и другое новое. Я, кстати, видел такую инфу, что эти всякие мелкие животные, которых можно ловить, которых здесь нет, потому что бэтменов ловить нельзя. Ну, в общем, всякие мелкие зайцы и все такое, у них теперь есть размер. То есть они теперь разные. И можно поймать большого зайца. Сегодня же стрим подольше? Может быть. Старые отпечатки лап.
Следы зубов. Фармить корону на зайцев? На зайцах, да. Явно. Шоковые ловушки, чтобы поймать большого-большого зайца? Будет ли здесь Лагомби, или как он там называется, который большой-большой заяц? Так, что? Эуталитовая руда. Ловшпатовая руда. Из гнилой долины, что она здесь делает? Играциум. Смрозной простор. Все, девятые редкости. Но это дороже стоит, так что, видимо, она чуть-чуть более редкая на деле. Так, куда меня мухи ведут? Назад. Что этот тигрекс тут делал, что у него на земле и на стенах следы зубов? За этот стрим все пушки попробуешь или будет еще стрим? Я постараюсь все пушки попробовать, хотя бы по одному разу. Там закрытый проход. Но тут явно не вся лока доступна. Во. Ну, это похоже на тигрекса. Почему-то он все еще знак вопроса. Тигрекс это... А не, на максималках? Не. Тигрекс это вот эта вот хрень. Знаю ли я, что делать? Если бы я знал, что делать, я бы выпил каких-нибудь там демонических надобий, но у меня их нифига нет, так что... Так что, видимо, я не знаю, что делать. Ну ок. Он не заорал. Это не то, чего я ждал. Он сейчас заорал. Ау. Ну, айфреймы все еще есть. Обводка все еще дает. Уже хорошо. Ладно, смотрю в энциклопедии про уязвимости и прочее. А он мне, скорее всего, не показан. Но хотя надо глянуть. Ау. Вот это вот немножко опасно было. Нет, животное, не бей меня. Но. Он ударил меня. Он ударил меня льдом, так что теперь у меня стамина медленнее регенит. Ау. Когда у меня с него лок отвалился? Я же волочил вначале. А, нет. Рип. Ну, не рип, потому что кот. Кот оживляет один раз за квест. Ну, кот с оживлялкой оживляет один раз за квест. А, он не доехал. Это нехорошо. Блин, силуэт сквозь монстров, это очень удобно. Ау. То, что я не успеваю парировать, это не очень удобно. Да блин, почему? Ну, это рип. Стан. И я где-то близко. Так, что у меня еще есть? Порошок жизни и пыль жизни. 9 попыток. Вроде бы в первой бете тоже так было.
Вот что случается, когда идешь на монстров девятой редкости без гемов. Ну, да. Тигрекс, что ты там жрешь? Лед красивый. А, у меня также нет этого. Горячего напитка. И у меня осталось 10 минут. Первый раз, да. Парирование пока не очень работает. Его понерфили? Слегка. Что, во-первых, ему теперь нужно красную полоску набирать. Во-вторых, у него, в принципе, айфреймов меньше. Блин, если бы у меня еще привычно все было расположено в этих менюшках. Пыль жизни. Ну. Она хилит больше, чем порошок. Но все равно не особо много. Это ПК или PS4? Это плойка и бета только на ней. А, он орёт. Не достает? Не достает. Максимальное зелье 2 штуки должно быть либо в сундуке, либо в инвентаре. Потратил. Еле убил эту сволочь, раза 4-го получилось. Ну, наверное, это нормально. Он, в принципе, довольно сложный. Не успел. Ну, он меня сбил этим. Ну ладно. Почему это не было парированием? И почему это не было парированием? А, это не то, что я хотел сделать. Да, он упал. Уставший Тигрекс падает, когда пытается развернуться при чарджа. Я к голове пытался притянуться. Но проблема в том, что он чарджится. Так что, когда я его парирую, он проезжает мимо меня, и я не бью контратакой. Рип. Он сейчас меня еще и убьет. Нет, зачем я снимаю покров? Я не нажимал на покров. Ау. Я уже убивал Тигрекса, а в Generations только. И не джеранкового. Очень хочется Вайсборне либо Гамота, либо Лагомби. Ну не знаю. Гамот унылый. Лагомби бесит. Дальность. У меня заточка, блин, отвалилась. И жизнь. Это
Типа у него лапы повреждены. Он когда в инрейдже, у него лапы становятся уязвимым местом вроде бы. Или что-то такое. Ну ладно, пока что он сложнее, чем ожидалось. А, частично из-за того, что FPS не особо стабилен на плойке. Ну, частично. Долго вообще стрим будет? Да. А, ну еще, кстати, у него лапы повреждены из-за того, что я на них притягивался пару раз. А это создает уязвимую точку там. Ау, если он меня не скидывает. Класс. Ну, кстати, по-моему, он хромает. Но времени, мне кажется, мне уже не хватит. Хотя, не, наверное, не, он не хромает. У него черепов на миникарте нет. Да, я понимаю, что джамп-атаки существуют. Просто ты привык к аугменту на хил. Ау. Чуть-чуть. Донатер из квадратов. Спасибо за 25 рублей. Там же у этого убирания меча есть еще одна атака, которая автоматом полосу начинает заполнять. По скрипту можно показать свечакс? Показать свечакс можно? Атака есть, но... Не знаю. Я пытался меч убрать, а не спрыгнуть со ступеньки. Она, конечно, набирает полоску, это хорошо. Тигрок, иди сюда. Ненависть. В общем, не знаю, она медленная. Блин, зачем я делаю? Короче, спам-парирование теперь намного хуже работает. Ау. Комбо из криков прыжок. Неприятно. Он сделал крутилку хвостом, я сделал крутилку лонгсвордом. Так, теперь я отойду, потому что он еще одну крутилку хвостом сделает. О, Бандеро. А, комбо из крика за что? Ау. Чувак, не ори. Я вообще не с тобой сражаюсь. Как-то я не по уязвимому месту попал, хотя визуально. Вполне. И как-то стан, и как-то рип. Не, не рип. Удивительно. Но сейчас время все равно кончится. Попробую я и слэш сделать в ответку на его чардж. Для этого нужно, чтобы я успел. И чтобы он в меня после этого чарджился, а не в кота. Но так я один раз... Класс. Один раз сделал, и получилось. И неплохо было. Покров скалы плюс можно использовать. А, так, это не та кнопка. Что я делаю вообще? Кроме того, что жму не те кнопки. И не пью бутылки.
Чуваки, хватит орать. Казалось, или там в небе было нечто, нечто большое? Дирижабль? Может быть, какой-нибудь? Говорили, что локо будет больше прошлых. Пока что вроде такая же. Ну, она доступна не вся в бете. Это явно. Явно что-то было, по мне это была Льяна. Не знаю, посмотрим сейчас. Смотри, камни в мантиях, пожалуйста. Они там есть, они работают только когда мантия надета. Самоцвет атаки, прыгучести. Ну, в общем, просто вставляют самоцветы, они работают только когда мантия эквипнута. Тут есть сокеты, точнее, дырки под 4... Короче, под сокеты... Блин. Сокеты под камни 4 уровня, во. И это чуть-чуть интересно. Самих камней 4 уровня вроде бы нет. Ну ладно, это не работает. Можно взять, наверное, защиту от льда? Или такое? Потому что все остальное мне не очень помогает. Ладно, я хочу его все-таки лонгсвордом стукнуть до конца. Попытаться. Потом другую пушку посмотрим какую-нибудь. Можно... Можно без этого. Я не хочу открывать карту. Или мне нужно квест пройти сначала, чтобы этого не было. Если да, то я сейчас на Ягроса пойду. Ну, после этого рано. Если он будет неудачным. Если пройдешь, все равно будет. Зачем? Ладно, это дольше работает. Почему оно не выпилось? Потому что я спрыгнул. Почему кот не сноубордист? Потому что, не знаю, не нравится. Также мне не в заросли, а мне сюда. Ладно. Надо было, кстати, не здесь. Но все-таки посмотреть, есть ли у меня инфа про Тигрекс какая-то. Видимо, нет. У меня вообще никакой инфы нет. Ладно. Я могу сразу бежать туда, где он спавнится. Мне не нужно все осматривать и искать его. Он, наверное, примерно там же спавнится. Да, вон он там. Насколько я могу в него сразу причарджиться этим? И сломать ему голову. Вполне могу. А потом отпарировать крик. И вот первый уровень обводки. Ну, да, парирование не работает, когда у меня нет красной повозки. И парирование не работает, когда он промахивается. Это тоже нехорошо. А! Как-то он не доехал до меня. Как-то он задамажил меня.
не тем, чем должен. Ну, я попал как-то. Вообще, пока он на кота отвлекается, я поселюсь немножко. Как относишься к музыкальным инструментам в качестве пушек в играх? Все эти дудки в МХБ, бывайте в Мордахе. А, ну нормально, чё? Рано. А сейчас поздно. Не, ну... парирование надо аккуратнее юзать. Примерно так, может быть. А. Ладно. Рип один уровень повозки, потому что, блин, он не в меня. Или типа того. Блин, если бы пушку можно было убрать в ножны, не делая перед этим атаку, то это было бы значительно лучше. Ау. Класс. Это не то, куда я хотел притянуться. Ну ладно. Как он меня выбил? И почему я жив? Нет. Ну, уже не жив. Норм. Покатался. Но эта стамина очень быстро жрет. Так что это не настолько эффективно. И также мне бы поточиться нужно было. Ай. Вот сейчас мне нужно было оружие убирать, кстати. А не тупить. Тигрекс, меня чарджись. Зачем тебе кот? Ненависть. Как-то он больше катится, чем я думал. А сборный вышел? Не, демка. Ну, это было бы хорошо, если бы он не был слишком далеко. Кот, не подходи ко мне, когда в тебя тигрекс чарджится. Тупое животное. О, красная водка. Ну, рано. Но, по-моему, я бы не мог позже. В том плане, что у меня бы отвалилось. Отвалилась хрень. Стойка. Почему ты не в меня? Ну, это было бы классно, опять же, если бы я попал. Тут что-то земля падает. По-моему, это как-то нехорошо. А он упал. Этот уставший тигрекс, когда он выдохся и падает на разворотах.
Это офигенно слегка. Зеленая заточка. Ну, да. Ну а что я сделаю? Видимо, вот это. Ну, потащиться успел. Урон получил. Но зато заточка белая. Это не то, к чему я хотел притянуться, если что. О, вот так лучше. Нет. Рип. Долго. Это вообще-то не совсем то, куда я собираюсь атаковать, но обводку получил. Но притянуться не успею. Ладно. Сколько армора у мастера Рангсета? 651 у меня сейчас. Нет. Блин. Он там застрял в камне, а я стою во всяких стойках. Ау. Но потом он камень сломал и меня выбил. Класс. Кот, хиль. Кот, спасибо. Как тебе новый лонгсворд? А, хорошо. Он сложнее значительно в том плане, что парирование перестали быть читерскими. Ну, они не то чтобы перестали, но им теперь что-то требуется, чтобы быть читерскими. Блин. Ладно. Но это как-то не очень хорошо было. И да, я постоянно забываю пить горячие напитки. Наверное, нужно поточиться. Чего ты по мне стреляешь, животное? Ай. Белка-барсук, тебе в помощь. У меня его нет, потому что для него нужно пройти квест. Что-то типа того. Вообще, это должно было, мне кажется, дропать патроны с него, не? Или, а, не-не-не, что патроны нужны атаку когтем? Во, хвостик. Или нет, или атака когтем, это просто его разворачивает. Оно с шансом дропает, ясно. Блин, если бы он попадал каждый раз, когда я парирую. Во, а то стандартная проблема. Жмешь парирование, тратишь какой-то ресурс на это парирование, и противник промахивается. И ресурс потратился, но парирование не прошло. Ау.
Повозка целиком жрет на парирование? Ну да, как всегда. Как и раньше. Просто теперь, когда полоски нет, оно не работает нормально. Блять, Тигрекса. Блин. Не, надо аккуратнее притягиваться, потому что если он начинает чарджиться, то это меня сбивает и дамажит. Блин, еще мне показалось, он сейчас в стену причарджился и застрял в ней, но нет. Давай, чарджись. А. Я не успею прожать вовремя. Ладно, давай не чарджись. Блин, хвостом он тоже дамажит при этом. Да что я так не вовремя все прожимаю? Животное! Не блочь меня. Во. Нет, барсуки. Ну вот, я его зафлинчил, он все равно сваливает. Нечестно. Барсуки тоже на него накинулись, да. Вот, тут есть жаба. А, блин, я думал, он сагрится на меня. А, я притянулся к косоиду? Ну не. Блин. Так, мне бы не умирать. Во. Жаба МВП. Бочки только мелкие, правда? Я совсем мелкий, по-моему, его разбудил. А, зачем я это сразу сделал? Не знаю. Барсуки, давайте со мной. Я хотел снег жука. А не отпечатки. Класс. Нет, я не хочу тут быть. Лучше пусть он ко мне спрыгивает.
Я хотел к лицу прицепиться. Ладно, так тоже сойдет. Ладно, он уставший, так что он падает. Барсуки на него набрасываются. Готов. Ну, с второго раза норм. Когтища, класс. Покров, класс. Это самый редкий дроп с этого. Типа как самоцвет на хайранке, только на мастере. Еще тут эти олени. Как они назывались? Антека или как-то так? Дельта Steam, спасибо за 200 рублей на развитие YouTube-канала. Спасибо за ваше видео. Пожалуйста. Жаба затащила? Ну, чуть-чуть. Без жабы я бы его тоже, конечно, убил, но это было бы там 19-15 или что-нибудь такое. Во. Но это в полной версии дадут. Какой-то трэш. Билет, яйцо, чешуйку тигрекса. И все такое. Используй зов наездника, чтобы ездить на мелких чудовищах. Теперь ты можешь пробовать зов наездника, новую функцию Monster Hunter World Iceborne. Все такое. Теперь можно кататься. Не хочу я предзаказ. Ну, наверное, я даже хочу предзаказ, но не на этой платформе. Ну и то не хочу я предзаказ. За пару дней до релиза, может быть, чтобы там скачать заранее и все такое. Ну ладно. В общем, Лонг очень медленно убирается в ножны для яй-атак. И это чуть-чуть неприятно. Там как бы двойная задержка, потому что оно только после атаки делается, и еще и сама анимация медленная. Если бы можно было в любой момент убирать, то было бы вообще классно. Ну а так, не знаю. Слишком медленно. Но при этом атаки из него хорошие, из этого убирания. Парирование понерфили, в принципе, незаметно по айфреймам. В том плане, что даже если у меня хотя бы чуть-чуть этой красной полоски есть, то я комфортно парирую. Проблема в том, что когда ее нет, жопа. Но это когда ее нет. Ладно, что здесь еще есть? Пасть Огра. Физически 1152 грейд. Это примерно как Wyvern Ignition. Там вроде типа 1100 ровно. Может быть даже столько же. Но там залоченный элемент. И минус крит, так что это уже очень хороший грейд. И бонус к защите и все такое. Ну ладно. Охотничий рог Нарга. Наргакуговский? Чё-то он как-то не очень похож. Скорее на гиросовский похож визуально. В плане рукоятки. Ну ладно. Да, и паралич, так что это не должен быть наргакуговский. Так что не знаю. Парные резаки Анината. Лютый клык Анината. Молот с челюстью? Это чей? Я не уверен. У Виверн Игнишина 1008 атаки. Во. Гул Анината. Чё-то сплошной анинатовский шмот. Но дудка классно смотрится с черепом. И рогами. Навык быстрый ножен работает на новую атаку лонгсворда. Вот хрен его знает, в бете его вроде бы нет. Так что не потестить. Бургамы. Дедагамовское копье. Взрывное. Ненасытный клык. Пятый уровень обычной атаки выстрела. Пятый уровень. Шикарно. Что по нотам у дудки? По нотам у дудки стандартный набор. Усиление атаки L, скорость восстановления, волна ударного отзвука. Это новая нота, которая хрен её знает, как делается, я еще не в курсе. Ну ладно. Ну да, это Ягросовский ганлен с пятым уровнем обычного выстрела. И без элемента. Интересно. Исполинская алебарда выглядит как будто она из Банбера. Тоже без элемента. Блестящая крепость, просто металлическая. Ну ладно. Две глефы? С чего бы?
Блестящий трезубец. И посох драконьей печати. То есть это просто металлическая, это просто драконья? Чего они такие зеленые снизу, хотя на картинке фиолетовая, на превьюшке мелкой? Лук драконьей печати. Перекрестный натиск. Перезарядка в уклонении, две модификации. И измененный взрыв виверны и гаситель отдачи на втором. Лука, орудие, исполин. По патронам абсолютно одинаковые. А подробнее по патронам. А не абсолютно одинаковые. По отдаче немножко по-другому. Но скорострельные, пламенные, выведенные у первого. И они же у второго. И грозовые еще. Но это явно бетовские ЛБГшки, что у них примерно все снаряды есть. Ладно. А, и метки уничтожителей, взрывной хрящ. Класс. По 4 мода. Гаситель отклонений, 3 механизма перезарядки. Особое перекрестие. Измененные меткость виверны. Интересно. Не забудьте резист посмотреть в книжке. А я могу? Я не уверен. Ну ладно, можно попробовать Charge Blade. Проблема в том, что я нифига не знаю, как им играть. Даже в обычной версии нормально. Кроме сайд-спама. То есть я даже не знаю, что у него, какие кнопки делают, кроме того, что нужно для дисчарджей. Так что его надо тут сначала посмотреть. Видимо, это будет долгий стрим. Ну, по часу на пушку. А к утру в воскресенье закончим, может быть. Он вообще не рабочий без фокуса? Ну, кстати, да. И фокус тут не собрать, по-моему. Да, на фокус абсолютно ничего нет. Не, ну он не вообще не рабочий без фокуса, но он с фокусом сильно лучше. А, ладно. Ок. Ага, там был какой-то дикий режущий удар топором. Оберег на гвард возьми. А, я, наверное, скорее возьму тот, который активная защита или что-то такое. Так, что он умеет? Он умеет L... Нет, не L2. Да, может быть L2, да. Не особо понимаю, как это делается. Возможно, мне нужны склянки. Блин, когда я первый раз делал, там было L2 написано, чтобы что-то сделать во время сайда. Или это из чего? Из метаморф удара нету? Нет, это не метаморф удар. Или да, или да. Как сделать зарядку топора? Потому что у меня как-то получилось, но я не понял как. Цифры общего урона всегда тут были, нет?
Или R2 нужно было еще раз. Так, ну-ка. Не, R2 это просто. Просто крутилка. L плюс треугольник. Не, я жму L2 во время этой атаки, оно бафается каким-то образом. Дикий режущий удар топором. Это то было? Но это было с незаряженным щитом. Это просто стихийный круговой режущий удар. Да, если спамить... Этого нет в подсказке почему-то, но если спамить L2 во время сайда. Это не то, что хотел сделать. И теперь он несколько дополнительных попаданий наносит и больше урона в целом. Куда делась вторая ульта мечты топора? Она осталась. Но она слабее. Она слабее просто так, и она примерно такая же, как и была, если бафить топор, по идее, так. Рибочка. Ну, не знаю. Я, конечно, пойду посмотрю. Теперь нужно держать баф на трех штуках. На самом деле на двух, потому что баф меча ни на что особо не влияет большую часть времени. Поехали, Банборо. Ну, кстати, агрессивная защита, наверное, сделает его примерно таким же, как он и был раньше в плане Сайда из Гвардпоинта. Потому что Гвардпоинт ее прокает, писали. И получается плюс 15% общего урона. Если она достаточно долго работает, то круто. У меча щита там что-то крутое добавили, я слышал. Комбу, которую нужно... А, увеличение безопасности посмотреть, да, надо было. А, в общем, комбу, которую... Которую нужно прожимать вовремя. У меча щита добавили. Не у Charge Blade, да, именно у меча щита, который меч щит. Ну, посмотрим. Зачем? Да, с большими рогами и разворачивай карту и все такое. Резисты, посмотри, я не могу, у меня нет инфы про монстров. Нежки. Ну и какая разница? У меня нет как-то особого выбора в том, какого элемента пушку использовать. О, кота теперь восклицательный знак. Ок. Стоп, круг. Точно круг? Или я совсем наркоман?
Эти звуки. А, это не то, что я хотел сделать. Как-то там не все отображается. А, выбрать предмет... Я не понимаю, что... А, ага, то есть его нужно призвать и потом круг. Ясно. Я могу им чуть-чуть управлять. Но дальше он сам. Бегает за мухами. Класс. Нет, царапины, я хотел их подобрать. Ну, он умеет собирать... Ну, я умею собирать отпечатки с него, класс. Теперь чаще блоидом лучше играть через топор, а ульт использовать только когда моб встанет. Ну, посмотрим, разберемся. То он у меня сагрен. Сюда нужны саники из второго дарка, чтобы на них ездить? Нет. Сюда не нужны саники из второго дарка. Привет, Банбаро. Класс. А, это такой прыжок. От которого не помогает просто перейти на другое место. Фрэнни, ты не хочешь упасть? Не так упасть. Рипскунса. Ау. Да, я понимаю, я вообще пытался заблочить. Хрень, ты не в ту сторону воюешь. Я тоже немножко не в ту сторону воюю. Так быстрее. А, рано. Вау. Жмись, ты хрень. Жмешь прицел, жмешь круг, и ничего не происходит в плане случаев. Из этой пещеры, кстати, тоже какой-то выход, который недоступен. Вообще, я мог так сделать. Во время поездки можно использовать всякие штуки. Да, это не то, что... Что я хотел сделать.
Это тоже не совсем, наверное. Ну, а можно не орать и не выбивать меня? Или просто не выбивать меня? Нифига там длительность бафа какая? Какого? Теперь он в другую сторону упал. Эп. Не надо на меня ронять этот камень. Не надо меня ронять. Он меня скинул. Рип. А тут глубокий снег, кстати. Агрессивная защита. Камера за что? Ну, стандартная анимация войны рыбы с нерыбой. Ок. Ну вот он кончился. Какой он неживучий. Я хотел еще минут 10 посражаться. Ну ладно. Рыба. Блин, они же фиксили эту фигню в World, что типа после завершения квеста тебя ничто не может отталкивать и все такое. Костяк Банборо. Плеть Банбара. Короче, хвосты теперь плейте. Ну ладно. Ну ладно. Го за рыбой? Не. Дизавр, спасибо за 20 рублей. Можешь объяснить, Айсборн это экспаншн к Monster Hunter World, то есть я буду играть своим старым персом? Если так, то это значит добавить новые тиры улучшения шмота или какое-то другое улучшение персонажа? Да. Просто дальше все улучшается. То есть раньше был 8-й тир максимальным, теперь с 9-го все начинается. Новое. Давай рыбу убивать на этом квесте, ну не знаю. Рыба, это, конечно, хорошо.
Я пойду быстро ягра сыпну, чтобы у меня просто был он пройден. Чем-нибудь еще. И потом с этим же чем-нибудь еще пойдем куда-то. На Банборо или на Тигрекса, в зависимости от того, умею я этой пушкой пользоваться или нет. Ну или может быть на рыбу. Рыбу вроде не убить, почему? Окей, чат. Что ты хочешь из оружия? Запинай рыбу молотом. Ну, не знаю. Молот, глефа, дудка, парники, ГС, дудочка. Ну, за дудку два голоса пока что. Щит-меч. Свитчакс. Ладно, возьму пока дудку. Ягра с дудкой, это самое то. А, тут есть мастер рога, хотя он не особо нужен. Так, что тут есть новое? Атака отзвук. L2 после любой атаки, по идее? Да. Какие она наркоманские звуки издает? А, блин, это комбо. Волна ударного отзвука это что? Она взрывается. Моя дудка взрывается или то, куда я... Где я подудел? Взрывается. По-моему, дудка. Да. Ладно. Расширенное восстановление здоровья, типа сетовый бонус своего хазака? Или что? Ладно. Дудка теперь умеет ДПС. Да, она всегда умела в ДПС слегка. Ей вроде бы подняли все МВ. Весь дамаг, типа. Обычным ее атакам чуть-чуть. Ну, поехали на Ягросе потестим. Он легкий и быстрый. Должен быть. Хилку на земле оставляет. Тогда ладно. Тогда это не так весело. Если бы сетовый бонус своего хазака, что реген идет выше красного хп. Плюс скорость регена на дудке. Это можно, по сути, засунуть броню Вау-Хазака в дудку. Эффективно. Сейчас выяснится, что М-Ягрос это Greatest Ягрос. У него вроде какие-то атаки есть оттуда. Сейчас выясним. Я не хочу разворачивать карту. Я хочу пойти и убить его. Я знаю, где он живет. Ну хотя, учитывая, что Ягрос полчаса спавнится, пока я тут с ней говорю, он как раз туда подойдет.
Once you've tracked it down, go and put a 3-star hurtin' on it. Oh, and one more thing. You're being timed. Ок. Блин, эти звуки. Интерфейс улучшили хоть чуть-чуть? А, хрен его знает. Там в основном проблемы интерфейса были в городе. А в город не пускают в бете. Наверное, скорость восстановления. Агрос, ты будешь сюда приходить? Что-то его долго нет. Тебе сказали собирать следы, вот и собирай, но, видимо, придется. Может быть, он уже пришел, съел хрень и ушел, пока я с проводницей разговаривал? Или, возможно, просто другие спавны у мастера ранкового Ягроса. Блин, где отпечатки лап? Почему их все еще ни хрена не видно? В этом плане интерфейс не улучшили. Ладно, пойду за Ягросом. У меня еще парализующие отравленные ножи. Теперь есть барсуки, следы и не нужно видеть, но в принципе да. Эй, Ягрос. Я на тебя подудеть хотел, а ты убегаешь. Какого хрена? Я неправильно это сделал. Мне не нужно было жать вперед. Ладно. Ну, он плюется как величайший. Класс. Блин, офигенная атака. То, куда я хотел притянуться. Блин, опять же, если бы оно притягивалось, как только я нажимаю, а не через 15 минут. То было бы круче. Если бы он меня не сбивал. Но, блин, это Ягрос. У меня из-за скорости восстановления хп регенит быстрее, чем он меня сбивает. Во. Ну или не. А он меня застанил. Это что, Dauntless для богатых? Это Dauntless для адекватных. Наверное. Работает ли вообще это в World, что дергаешь стиком и быстрее выходишь из стана? Потому что я как-то не замечал. Но может быть я просто не прав. Ладно, Ягрос.
Блин, не, как это офигенно выглядит? Я ставлю... Ставлю палку с рогами и так кручу ее этими рогами и избивает. Раздает Ягрусу миллион пощечин рогами. Класс. Все, дудка теперь мое любимое оружие. Если бы она еще звуки издавала во время этой атаки, то было бы вообще шикарно. Ладно. Добивал, куда идти? Во, Ягрос, не хочешь ли ты послушать музыку? Ну, чуть-чуть слышно. Реп, Ягрос. Ладно, дудка веселая. Толстая шкура большого Ягроса. Осколок большого Ягроса, это по сути аналог чешуи джеранковый. Ну, мастер ранковый. Еще осколок. У парников что-то поменяли, я как-то не заметил, кроме атак с крюком. Там есть какая-то атака со стрельбой и уворотом? Что типа одновременно уворачиваешься в сторону с айфреймами, стреляешь из самострела и, может быть, бьешь. Что такое мастер ранг и будет ли хай ранг, лоу ранг или мастер ранг монстров из Айсборн? Айсборн, по сути, добавляет мастер ранг. То есть как сначала был лоу ранг, потом хай ранг. Теперь будет после хай ранга еще мастер ранг. То есть все, что добавлено Айсборном, оно после основного сюжета. И все оно на мастер ранге. Надо мод на дудку, чтобы гитарные запевы были. Но надо просто дудку такую. У них же у каждой свои звуки. Гоу меч плюс щит. Там же что-то новое, ты сам говорил. Да, не сетевая игра. Не хочу, я не хочу сетевую игру. Я хочу туториал. Что, кстати, в итоге по качеству стрима, скажем так? Рассинхронного звука нет, и громкость нормальная, и все нормально? Все норм. Ну ладно. Что это за бета на заставке? Не знаю. Не уверен. Ну, наверное, агрессивная защита самая полезная здесь, хотя, блин, блочить мечи щитом это как-то так себе. Также почему нельзя по дефолту сделать вот так? Так, мощная комбо, комбо для оглушения врагов. Комбо с режущим ударом в прыжке, для стрельбы очередями нужны снаряды самострела. А как новая комбо, которая именно комбо? Или это оно и есть? L2 плюс R2? Наверное, нужен с оружием. Sword and Shield is a close range weapon set that focuses on agility and dodging and is great for beginners. Не уверен. You need to load the slinger with some ammo. See anything useful lying around? Mm-hmm.
О, вот что-то полезное валяется. Не, я не понял. А, во, тут переключается. Ясно. Теперь я понял. Про это говорили. А, что мечтит? Может просто стрелять, а может стрелять очередью? Он на R3 переключается. Во, идеальный натиск — это как раз это самое комбо. А, но на самом деле оно не только из этого, но и из... Не, не так. Это просто спам примерно. 523. Ну или не, если вообще просто спам, то это 304. Это вообще не то. Во, короче, если вовремя нажимать, то оно бафается. Но начать нужно со спама. Или нет? Блин. Можно я буду не наступающий режущий удар делать, а режущий удар в прыжке? Ага, нужно не отпускать блок в этот момент. Семьсот двадцать два. Блин, тайминг сложный. Потому что нужно прожимать именно, когда персонаж вспыхивает. То есть, если чуть-чуть позже, то оно не прокатывает. Ну или не знаю. Блин, а можно комбо обнулить, которое общий урон? Все такое. Спасибо. Как-то оно очень долго висит. Это 1.20, последний удар. А хочу понять просто, насколько большая разница. 51.20 — это если не попадать в тайминг. Это тоже не попадание в тайминг. Не, это не то. Ну, сейчас у меня уже заточка отвалилась. В общем, блин, комбо хорошее, но тайминг жесткий. Что хрен попадешь?
Когда-нибудь у меня получится. Сейчас это вообще не то было. Но это еще нужно привыкнуть. Это нужно еще, чтобы каждый раз получалось сделать. Сделать, в принципе, эту атаку. Во, 89-33 вместо 51-20 или что-то типа того. Плюс стрельба очередью. И оно как раз тоже переходит в этот идеальный натиск. Ладно. Стрельба очередью — это на самом деле не стрельба очередью, это сильный выстрел. Ну ладно. До сравнения, сколько там магна носит атак в прыжке. А щитом, которая самая мощная? Или какая? А, 110, но она вообще несколько раз может попадать. Типа она должна 110 дважды наносить по нормальной цели. Тут с хитбоксами что-то не то. Ну короче, в целом каждый удар этого комбо примерно как каждый удар. Удар с щитом. Но при этом оно вроде как выглядит чуть быстрее. И намного сейфовее, потому что во время комбо можно уворачиваться между атаками. Теперь можно играть СНС не спамя атаки в прыжке. Элементальным СНСом и так можно было играть не спамя атаки в прыжке. Так что ничего не знаю. И, кстати, да, вот это комбо писали, оно именно элементальный урон сильнее будет, чем обычный. Так что там теперь вообще все хорошо должно быть. Будешь пробовать его багажки? Да, наверное, после этого квеста я перерыв небольшой сделаю. А потом поедем пробовать еще что-нибудь. Проблема ЛБГшек в том, что они как бы разные в зависимости от патронов, и здесь что-то немножко странное. Элементальные патроны скорострельные, и все. И нужен сет брони правильный, и нужен как бы сет... Просто шмота правильнее, в общем, не знаю. С ЛБГшками чуть-чуть сложнее. И с луками. Загрузки, почему вы такие? Ну-ка. Ну, Бэтмен как Бэтмен. Пойду искать рыбу. Учитывая то, что СНС в основном для маунтов берут, но почему? Маунтит он не то чтобы как-то сильно лучше, чем все остальное. Это отпечатки рыбы? С луками вообще проблема с стаминой, наверное. А тут можно чуть-чуть те усложнения собрать? Два уровня, по крайней мере, точно есть. Но так не знаю. Обезьяны. Обезьяна, куда ты убегаешь? Я тебя поймать хочу. Во, макака жемчужного источника.
А что оно сделало? Хрен его знает. Баф какой-то. Это вообще не похоже на следы рыбы. Ну, хотя не знаю. Мухи, вы куда? Ладно. Они все равно туда. Там лед падает в воду. Вкус снимает ледяную порчу. Интересно, кстати. Известно ли количество новых монстров и элдеров? Нет. Там пачку показали или еще как-то заспойлерили? Известный Нарга, Банбара, Тигрекс, какая-то Шрикинг, Легиана и Вилкана. А Главинус еще? Так, ну это эта хрень. Это не рыба. Рыбы же вроде нет на локации, она появляется ненадолго во время боя, точно? Вообще должна быть, ну не знаю. Он меня сбросил или я его продамажил? Я не уверен. Видимо, сбросил. Ау. Ну хотя не было. Пульки есть. Останется ли актуальным скилл наушники? Он никогда особо не был актуальным. А, это не то, что я хотел сделать. Ну, хотя, может быть и то. Ау. Ау. Блин, эта стрельба очередями очень недалеко достает. А Банбара очень широко достает. ГС, который тут есть, он чист физ или там элемент какой-то? Чист физ. А я могу на этого? Нет, я не могу на этого чувака забраться.
Надо именно отдельно призывать, почему? И он просто спавнится. Во, рыба. Блин, почему я не в ту сторону повернут? Ему рога можно отломать, наверное, да? Нет, рыба. Рыба. Во. Еще взяла и скинула. Какие она звуки издает? По-моему, у меня рыба не заводится. Эх, тебе зерно. Ну что-то толкающий выстрел не особо толкает. Или я не понимаю, как его юзать. Ау. Его вроде нужно, когда монстр устал, юзать, ясно. Как тебя из Борн? По-моему, все там интересно, что поменяли. А то я вообще не в курсе. А, ну, по-моему, все там понерфили то, что все юзали. Побустили то, что все не юзали. И все такое. Добавили нового. А, я под землей. Ну, под снегом, по крайней мере. Сюда надо антилед брать, потому что, блин. Ну или резист до 20 стакать. У меня еще, кстати, бутылка отвалилась. Ау. Вау. Блин, под ледяной порчей вообще стамина улетает. У тебя просто ягода есть, учитывая, что эта хрень примерно всеми атаками ее, скорее всего, накладывает. Так что, ну, сниму я один раз эту порчу и получу ее же через 5 секунд снова.
Рыба хватит нарезать круги. Во. Маунт рыбы. Работает ли это все еще? Да, можно делать первый удар много раз. Ох, ты сейчас она от этого упала. Рыба. Вперед. Ну, я бы ее втаранил в стену, но стен поблизости как-то не очень много. Ок. Класс. Не знаю, что там эта рыба делает, но меня этим не скинуло. Хорошо. Блин, вот это вот я ненавижу. Я нажал блок. Там какой-то удар цепляет тебя за монстра, что ли? А последний удар идеального этого, как оно называется? Идеального натиска. Он куда-то вперед запускает. Стамина, почему? Ну, а этого Банбара я не успею убить. Но я, наверное, успею убить вот этого. Ау. Надеюсь, я успею убить этого. Тут снег глубокий, это... Ай, немножко напрягает. Че, монстров не юзаешь? Не знаю даже. Просто? Стамина! Полный пати, может быть, можно всех завалить, учитывая, что оно скейлится? Вряд ли. Зверь убит. Я тот. Сердечник биотода. Осколок биотода. И сердечник. Расскажи про новый скейлинг. А теперь просто есть отдельный скейл для двух игроков и отдельный для большего количества. То есть раньше оно было либо соло, либо мультиплеер. То есть если я один играю, у меня у монстров там базовое хп. Если я играю вдвоем, втроем или вчетвером, то у монстров там в 2,5 раза больше хп или что-то типа того. Сейчас отдельно на одного игрока, отдельно на двоих, типа там в 1,5 раза или в 2 больше хп. И отдельно на троих, четверых.
И оно теперь меняет скейлинг, когда меняется количество игроков. Потому что раньше оно типа только на увеличение работало. Если кто-то приконнектился к квесту, то все, оно навсегда на 4 заскейлено, по сути. А сейчас, если кто-то выходит, то оно обратно сбрасывается до 2 или до 1. Мясная пещера. Ядовитые фонари. Класс. Не думал, что ее можно убить, но что-то она вообще никакая. А по идее, эта рыба — это примерно первый монстр айсборна. То есть самый легкий. Должен быть. Ну, мясная пещера выглядит так, как будто тут должен жить Адагорон. Он примерно такой же живет. В Гнилой долине. Так что может быть какой-нибудь Снегогорон? Или Хазак? Да, Хазак тоже примерно такое живет. Но Хазак... Хазаку побольше нужна пещера. Это мелковато. Вот это вот вчера было в борде. Так что это как-то немножко не та игра. Может, просто переход будет в Гнилой долине? Не. А Лока — отдельный остров? Это уже говорили. Ну, не знаю. Это туда же? Или куда? Ну, это примерно туда же тоже пещера. Ладно. А может быть, в этой пещере мясной живет какой-нибудь там, не знаю, Кезу или еще что-нибудь подобное. Оно вроде достаточно к месту там будет смотреться. Но у Адагорона примерно такая же пещера и по размеру, и по виду. Ледовик. Снежный ледовик. Ну, Лока красивая. И там реально, там легиана летает, по-моему. Или что-то похожее на легиану. У вас такой же? Так, ну, наверное, давайте перерыв минут 5-7. А потом посмотрим еще что-нибудь, еще какие-то пушки, еще каких-то монстров. Так что... ну, только текст я поменяю, потому что не 15, а... А вот так. Окей. В общем, продолжим через время.